Родители не могут сдержать слез, выпускники пока сосредоточены на том, как достойно выступить на праздничной линейке. На последний звонок в 44-ю гимназию пришли и 11-классники, и те, кто заканчивает 9 класс. По прогнозам властей города, около 80% выпускников в итоге останутся работать в Сочи. Они уезжают, может быть, потом возвращаются, но я думаю, что сегодня-то город Сочи и по различным причинам очень привлекательный, в том числе и по количеству рабочих мест. Во всех школах города провели единый всекубанский классный час в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне и прошли мероприятия под лозунгом «Кто много читает, тот много знает», посвященные Году литературы в России.